Скоро новоселье. Кировским детям-сиротам предоставили еще 30 квартир. Все они в чистовой отделке, каждая площадью не менее 26 квадратных метров, сообщили в администрации города. Квартиры будут находиться в специальном жилом фонде. Ребята смогут получить их в собственность, если в течение 3-5 лет они будут вовремя платить коммуналку, отметили в мэрии. Всего в этом году планируется обеспечить жильем более 300 человек.